нас пятая категория, так сказать, да, и мы признаем и некоторые национальные личные дополнения, так сказать, этих очень общих культур. Мне кажется, что, конечно, есть луканство самой задачи, как ты будешь говорить, что, так сказать, да, но мне хотелось бы понять, вот если говорить не слова силы, а слабость, так сказать, и не той озаренной, той философской аргументации, которую я вхожу, Игорь, так сказать, и не ту абсолютно личностную короткую, так сказать, которую дала Катя, так сказать, да, вот какими бы словами вы это лучше заменили, так сказать, если не брать слова силы и слабости, да? Игорь, о том, что это свои ожидания смерти и перед готовы. Я как-то не верю в какие-то точные определения. Меня устраивает. Ну, видишь, все себя. Меня устраивает как бы тот набор слов, набор каких-то. А ведь суть философии лучше. Ты хочешь меня призвать к ответу, чтобы я тебя с энциклопедией сказал? На порядок. Ты сказал, как на исповеди. Как вот в ожидании смерти, как поверить. Мне кажется, вопрос можно поставить практически. Я бы сказал, что слабость – это честность. О! То есть честность будет точность. Вот все, я понял. Ну, для дискуссии у нас предполагается финал уже нашего вечера, поэтому если Екатерине нечего добавить к своим нескольким словам, то мы перейдем непосредственно к текстам и сейчас снова. Вам повезло, я много говорил, но читать было мало.